Привет, друзья! Спасибо, что заглянули в очередной раз на мой канал. Смотрите, сегодня нас ждет с вами охота самотопом на зайца-русака на сельхозполях. В прошлом году, ровно примерно в это же время, сейчас конец января, я был на этом месте. Тогда снега навалило, будь здоров. Ходить было вообще практически невозможно, следа было много. Здесь традиционно всегда засеивали поля овощами, капуста, морковь, то есть вот непосредственно кормовая база. Преобладает в основном здесь заяц-русак, беляк сидит. Вот там лес за моей спиной, вот в том лесу, но мы будем ходить именно по русаку. Почему я сказал «мы»? Потому что приехали мы втроем. Кстати, Илья и Миша, мои напарники, ребята, которые вам уже должны быть знакомы по крайним фильмам про зайца, когда мы ездили охотиться с гончей собакой. Хорошие ребята, сейчас вот у нас 3 дня подряд на неделе прямо такой снежный завал шел, прям снега навалило, будь здоров, он шел, не прекращает целыми днями. И вот ночью, накануне, снег тоже падал, поэтому вот именно тропить сейчас, я думаю, что... А сейчас такая еще оттепель пошла, где-то с минус 10, сейчас до минус 4, то есть идет оттепель. И обычно в такую погоду зайцы лежат очень довольно крепко, и даже, скорее всего, на поля он кормиться не ходил. Но я сюда приезжал на разведку в январе, вот прям после праздников, проверять, да, следу очень много было, натоптано жировок, лёжки находил. Я довольно-таки знаком просто с этим местным, здешним зайцем, и знаю примерно те места, овраги, где вот он любит отдыхать, где он, в принципе, лежит. Поэтому сейчас мы, наверное, походим, посмотрим просто следы для начала, поищем на площадях, на обширных. Посмотрим место, ребята посмотрят. Если найдем, ну, будем, значит, тропить. И постараемся как бы так втроем встать, идти такой цепочкой, как бы его толкать. Сейчас с ребятами обсудим план действий, как мы пойдем. А дальше попробуем уже попроще. Там ограничивается где-то, ну, протяженность километров всего участка, где есть тоже, я вот был на разведке, говорил, что капустные поля такие небольшие, квадраты, и там есть такой довольно большой овраг. Вот я к этому оврагу прямо, не знаю, у меня душа к нему лежит, вот почему-то чувствую, что может он там лежать, хотя в такую погоду сейчас он очень крепкий, вообще не факт, что он здесь остался, не ушел ли он туда вот к лесу через речку, не знаю. Вот сейчас пойдем, будем смотреть. Ну, дальше по обстоятельствам, друзья. В общем, как говорится, не пуха нам. И вперед. Мужики, идея такая. Значит, вот так вот, вот она вдоль, вот так идет река. Прям туда-туда-туда пошла, пошла. Там уже она вплотную к лесу подходит. Вот где она вплотную к лесу подходит, там лед, и заяц туда перепрыгивает. Вот так вот идет дорога, вот она. Это тракторная такая дорога, и она идет вдоль этих кустов. Вот вдоль этой дороги вот этот овраг, он там расширяется, углубляется. Здесь он маленький. А так этот овраг здоровый. И вот прям вдоль дороги идешь и чешешь этот овраг. Увидел след, если, ну прям пошел уже тропить тогда, вытрапливать. Если нет, просто прочесать кому-то этот овраг. Да и... пошел параллельно, я пойду по дороге. А кто-то между полями, вот там тоже дорожка идет, может пойти прямо посередине полей. Один, то есть, идет вдоль реки, другой идет вот здесь, а третий где-то посерединке. Не, вроде. Нет, вроде нет. Куда же он попрятался-то? Нет, совсем, конечно, здесь, в этих... Ах, тут еще и шиповник. Не-не-не, сюда, конечно, залезать. Зря это я весь в шиповнике. Ага. Это шиповник, заросли. Вот он, красненький. Растет такой уже, пожухлый. Да, уже даже не пахнет. Ладно, я сейчас тогда по намеченному плану
пойду вперед. Там дальше эта дорога, она через мост идет, мост через эту речку, речушку. А я пойду вдоль, вот там вот овраг такой дальше. Вот там вот, вон, где такой, ну, молодняк там этот, березняк. Мелочаете. И вот здесь эти кусты. Оп! Не, я думаю, он дальше. Сейчас ребятам скажу. По оврагу у дороги пусто. Переходов нет. Значит, он там у вас. Как приняли? Принято, понято. Ну хорошо. Ну, сейчас так неспешно идем. Хоп! Хоп! Хоп-хоп! Подъем! Сейчас заяц крепко. Да, ребят, прям оттепель такая. Тут как-то температура вот на неделе доходила аж до минус 12. И влажность была прям как будто все 20. А сейчас прям такая, градус 4, наверное. Ну, прям идешь. Я уже даже свитер этот одел зимний. И зря, наверное. Идешь прямо мокрый. Ну, ничего, я так потихоньку двигаюсь. Вот этот вот, но здесь нет. Хоп! А, ну тут уже вообще открытые. Подъем! Ну-ка. Не торчат ли тут уши чьи-нибудь? Ну, может быть, и стоит мне уже, конечно, наверное, перерезать идти. Да, потому что сюда по оврагу как бы смысла-то нету. Все, я, друзья, пойду туда в поле. Сейчас вот так через эти кусты на перерез пойду. Смысла уже такого особого нету. Ну, снега вот, видите, сами, не так уж много. Ходить пока довольно комфортно и хорошо. Он вот эти кустарничек замел вот так. То есть след будет хорошо видно, если найду. Но сейчас его нет. Ну вот какая-то тут есть тропка. Но это не похоже на зайчу. Бог его тут сейчас знает. Да, пойду обрезать вот так вот тогда. Все, сейчас вот туда. Тут вот этот вот милятник, там овраг этот. Сейчас я в этот овраг залезу. Через него, ну так по нему пошуршу. Хоп! Хоп-хоп! Ладно, сейчас аккуратненько постараюсь. Скатиться. Них решил к теплицам пойти, говорит, движение какое-то. Ага, вот какой-то след. Кстати, больше на копыта похоже. Какой-то след. Но это... Нет, это... Лучше, наверное... Там еще, наверное, один овраг. Пойду так вот.
Вот он, этот капустное поле. Вон эти теплицы. Так, ну тут по брустверам, конечно, ходить. Там дорога должна быть. Вот так речка идет. Сейчас на дорогу пойду, выйду. И вон этот овраг туда аж тянется. В принципе, его прочесать можно. Будет попробовать. А вот это все, вот эта капуста. Я еще туда подойдем. Там, конечно, прям очень много не собранный. В этом сезоне вообще беда какая-то с урожаем. Дождей очень много было, мало солнечных дней. Она маленькая там. Ну вот она, вот. Какие-то ее зарождения. Совсем маленькая такая. Может, это какая-то корейская, там, китайская, я не знаю. Не особо я в этом разбираюсь, друзья. Фух. Не, ну хорошо, пока без лыж вообще отлично ходить. Да уж, вообще никакого следочка. Тут вот есть какой-то вот тропа какая-то идет, но очень мне сложно. Это не заяц. Заяц, его ни с чем не спутать, а это так. Илюха пошел по полю, по этой вот капусте. Да, запах там такой. Так, а это, наверное, Миха ходил или Илюха тут. Ты по капусте прям решил, да? Пойдем вон, передохнем. Тут свет какой-то непонятный, понимаешь, хрена только погода, не понимаешь направление, как он. Да, да. Вообще непонятно. Так, ладно. Не, я, Мих, там сейчас этот привал устрою. У тебя чай с собой? Чай. Ну, Семен Семенович. В общем, смотри, история такая. Вот я пошел от дороги, пошел этот срезать. А ты внутрь заходил? Да. Сюда. Что там? Машины так стоят какой-то. А. Ну это вот тут азиаты, да, да, вот это, ну, мыша. Ну тут и азиаты жили. Ух ты, у них прям, ну вот это столовая, видать. Лавки. Прям все тут. Оборудовано так, нормально. Они тут кушали. Корейские салаты вообще отлично. Вот у них тут быт и был. В общем, смотри, там идет, вот где с дороги я спустился, там два таких оврага. Туда след есть. Прямо-таки, ну, очень сложно. Это надо идти втроем, прям это чесать вот там вот. И прям до дороги идти. Все, привал. Привал, Мих.
Вот смотрите, ребят, значит, здесь, вот начиная отсюда, идет овраг. Длинный, вот так вот вдоль этих столбов овраг. Он подходит практически вплотную к этой деревне. В этом овраге туда дальше зайцы сидят. Значит, один сейчас встанет. И вот тут овраг. Вот он. Вот где этот ивник, это вот все овраг. Там река. Вот где тот ивник, там река идет. Я тут был. Ну, я просто говорю сейчас к чему. Один встанет где-нибудь так, чтобы ему была видна дорога, вот эта вот. Потому что заяц обычно вот тут бежит сюда, пересекает овраг и выходит в поле. И за домом, что зайти? Ну, где-нибудь так, чтобы была видна дорога, и еще он может по этому же полю похерачить. Да. Вдоль реки редко они ходят. То есть одному надо вставать где-то как вот тот столб. Ну, чуть ближе, чтобы было видно. Мы... Ну, допустим, Мих, ты здесь встанешь, а мы с Илюхой пойдем туда дальше. Там будет вот у речки Илюха встанет, а я дальше пойду вот там, где вот те деревья. Вот там идет большой овраг, я буду его чесать и как бы смотреть вслед. Давайте так. И этот. Где вот тут туалет встану? Ближе. Он может по дороге пойти. Ты, ну, так, чтобы тебе дорога была видна. И этот, Мих, по рации не вызываем друг друга. Только когда я уже вызову. Когда начнешь толкать, тогда скажи, что... Я не буду говорить, он голос. Ну, по этой, там где ты подергай. Ну, ладно. Да шепни что-нибудь. Да нельзя, он голос. А мы с тобой, Люк, сейчас... В прошлом году вот эти вот, вот видишь, здесь вот эти заросли, Люк, коряжник этот, прям там лёжки были. Да он сейчас крепко будет лежать. Если он вообще через реку не ушел отсюда. Видишь, след-то свежий. Рыбаки проехали. Вон машина стоит. Рыбаки. Вот, короче, Илюх, я думал тебя поставить прямо на месте этой машины. Потому что вон рыбак сидит. Еще один. Плотву, наверное, ловит. Лед встал-то. Все, лед встал, он заяц. Значит, Илюх, по идее, чисто логически подумать, у тебя, в принципе, вот этот квадрат, по которому заяц может перескочить реку. Она же известна. Ну, встань на углу вот тут. Ну, я говорю, здесь он не пойдет, он может вот здесь пересечь. Ну, вот у тебя, в принципе, вот. Единственное, не хватает человека, который вот там бы встал, у того оврага. С другой стороны, я бы тебя вот там поставил, видишь, край поля. Там между полями дорога идет, тракторная. Но тогда мы не захватываем вот этот участок. В общем, давай, я сейчас хотя бы след найду, а потом маякну. Давай. Пошел.
Да, вот к этому оврагу я и вышел. Сейчас вдоль него попробую пройти. По-моему, все, ребят. Столько выстрелов вообще. Но пришлось, да, вот здесь стрелять. Сейчас, ребята, спрашивают. Вот здесь сидел заяц. По-моему, дошел он там. Все-таки зацепил я его. Уж не знаю, каким выстрелом. Стал стрелять уже через вот эти кусты. Вот и все. Получается... Следа нет. Так, дайте-ка я сейчас отсюда посмотрю. Не, лежит, вон он. Лежит. Вот он, зайчишка есть. Вдоль забора хотел пройти, видать, под забор, но там щелей не было. Но он уже такой на адреналине. Сейчас я посмотрю. Готов бутерброд. Вот, бутерброд. Сейчас. Ничего не слышу, что он говорит. Сейчас, друзья, Лёшку маханул-то он отсюда. Маханул он отсюда. Ну-ка. А, вот. Вот она, Лёшечка. Прямо. Да, прям тёпленькая. Вот она. Под деревом прям тут лежал. Я этих зайцев знаю, они этот овраг любят. Сейчас я ребятам потом передам, чтобы они... Так, и вот он здесь почесал. Сейчас по следу с вами пройдем, хочу посмотреть, где я его зацепил. Вот он здесь на махах почесал. Ага, вот дробь моя. Вот она, особь. Здесь, видимо, не попал, я по нему. А куда же он? Да, а, вот. Поскакал здесь. Мне кажется, может быть, даже какими-то... Когда он на открытую выбежал, я его зацепил. Тут-то крови даже нет. Это я промазал, значит, первое. Вот здесь он почесал. Вот. Ага. Ага. И туда, вдоль забора. А я вот за теми кустами. Неудобно было стрелять. Да, вот здесь что-то он... А я так и не понял, как он... Как он вообще без крови... Куда я попал-то? Вот он, друзья, зайчишка такой. Куда я попал-то? Я даже не пойму. Вот такой. Ну такой. Ничего, нормальный. Средненький русачок. Я вот так держу. Моча стекает, чтобы не пахло. А куда же я попал-то? Ну-ка. Ну-ка, даже интересно, не видно. Неужели прям в голову, что ли? Ну, бог с ним. Вот трофей есть. Надо же, я прям не ожидал, что
так быстро он поднимется. Сейчас я спущусь. Надо овраг обратно переходить. Вот такой вот русачок. Так, сейчас вызову парней. С окна увидели. Да надоели они вам тут, эти зайцы. Вас также. В том году за одну ночь 6 штук. 6 лис? 6 курей. А, утащил. Да. Вот пару дней назад 2 штуки. Да я знаю, я тут, я уже сколько приезжаю. Ну вот эти следы, это и... лиса следы? Это заяц. Блин, думал это. Да, обрадовался уже. Зайку эту, блин. Да они где-то, я не знаю, я думаю, может, все-таки туда, либо через реку пошли уже. Все, лед. Ну, она ходит, она куда-то, она в ту сторону. Я смотрел следы, она куда-то туда. А там же открытая, там же эти начинают, зеленуха. Она может на полях мышей может. А, мышкует, если, да. Здравствуйте. Вот, видишь, это местные жители говорят, это очень надеялся, что лисица. Вот. Лисы, говорит, замучили, прям в курятники залезают. Спасибо, Илю. Это собака. Не, он не шел вообще. Он вот так вот пошел, вон, вот там наверху. Он снизу поднялся через эти кусты и выскочил наверх, попытался через забор. Там, видимо, щели никакой не было. Он от забора, и в этот момент уже с этими... Еще раз туда. Ну, пятизарядка все-таки дело свое делает. Только ходили, никто не видит. Я нет. Я тебе честно скажу, ну я не первый год приезжаю, но следы видел. А вот знаешь, где я видел много очень, и Лешку, ну, будете, вот, тут... вот там, за речку. Вот там. Тут ну, я говорю, путевка открыта, да, поможем. Ну вот, дорогие друзья, добыт мной такой вот русак, русачок, заяц. Кстати, довольно-таки такой крупный, тем более для здешних мест. Ну, прямо такой я его рассмотрел, хороший русак. Вот, а попал я, оказывается, ему в легкое, и, видать, оно пока кровью не наполнилось, он на махах шел, а потом просто так неожиданно раз, брык, и скатился во враг. Вот, просто ни с того ни с сего встал и упал. Получилось так хорошо, что не пришлось добирать подранка. Ребята, в принципе, правильно стояли, потому что в любом случае это лотерея. Неизвестно, куда бы он мог дернуться, там, в разрез или пойти по оврагу через эти кусты, выйти там на Илюху или на Мишу. Поэтому, в принципе, все сделано было правильно. Ну, в этот раз повезло больше мне. Я очень рад, на самом деле. Так что с полем меня, как говорится. Вам, друзья, я хочу пожелать тоже таких вот, почаще добывать таких трофеев. Знаю, как это вот на душе приятно. Получаешь такое удовольствие от охоты, когда ты идешь с добычей, обратно возвращаешься. Прямо вся усталость как рукой снимает. Я, в принципе-то, сейчас не устал, но знаю, насколько это трудовая охота. Да вообще каждая охота трудовая. Поэтому вот большущей вам удачи на охоте, в жизни. Ни пуха вам, ни пера. Почаще выбирайтесь на природу, на охоту. Дышите свежим воздухом. Ну и всем пока. Увидимся, друзья. До новых встреч.